Всем привет, с вами Ася Кис, и сегодня у меня день рождения. Я так долго ждала этого дня, и наконец-то он наступил. 21 августа. И, кстати, простите, что я так долго не выкладывала видео. Я просто не знала, что снимать. Хоть у меня это уже какое, четвертое видео, но я не знала, что снимать. Потому что я не хотела вас расстроить. Ну и так, я сейчас приду... Кафешку, да, я буду в кафешке праздновать. Ну, у меня пару друзей придет и моя сестра. Ну и вот, я уже буду продолжать снимать, когда приду, может быть, я там... Кстати, я фотографии выставлю в Инстаграме. Так, всем до скорых встреч. Сейчас всем привет, я уже пришла, свет вырубили. И вот. Меня. Так вот, человек один, улыбнись в камеру. Здорово. Ну, моя сестра не хочет, чтобы я ее показывала, так что... Чё? Так что ждем еще четвертого человека. Так вот. Я покажу только ее вот... Чё? Плечо. Блин, как пишется? А, вот. Это, вот, так. Ну, нам выдали меню. Так, наверное, тебе пошлю показала. Ничего. Вот. Раз меню, два меню. Ну вот, ждем четвертого человека, как я говорю. Вот. Я уже дома покажу, что мне подарили, распакую, так что все. Всем до скорой встречи. Скорой встречи. А потом уже. До встречи. Пока. Ребята, мы уже заказываем. Вот меню. Все, заказываем. И что? А вы знали, кто в настоящей жизни? Я очкарик. Ну и вот так. Если Лина вот снимает свое видео, ссылку на ее канал я оставлю в описании. Чё? Я покажу, когда мы будем есть, так что... Начали. Девочки уже длинно съели. Да. Ну, нам еще им пепси и спрайт. Мы смешали пепси и спрайт. Это вообще вкусно. Салат, ну, мне салат одинаковый, ей коктейль. Лайм и вишня. Как это? Классический лимонад. Классический лимонад. Нам еще там что-то... О, мне коктейль принесли. Это нереально. Божественно. Божественный Ватсон. Да. Будешь пробовать? Себе тоже так смешай. Будешь пробовать Пепси и Спрайт. О, девочки, мне предлагают Пепси и Спрайт вместе пробовать. Это очень вкусно. Реально. Это как будто бы, знаете, такую ягоду я съел. Девочки, можешь пробовать? Угу. Попробуй, давай. Ну. Настя, а можно тебя попробовать? Да. Можно это попробовать? Да. Знаете, клубничка со сливками, а ты ягоды. Я ну что, вот. Это вкусно? Я сейчас буду есть. Вкусно? Очень вкусно. Я сейчас буду есть, короче. Вкуснее, чем. Смотри, да. Я еще буду снимать, когда... Ты нам еще будет показать. Кстати, посмотрите, что я не смотрю в камеру. Да. А, так. Подождите немного, и сейчас. Немного мы салат поели. Так, вот коктейль я почерпила. И знаете, в чем прикол? Вот, мне принесли... фруктовое наслаждение. Он так выглядит. Вкусно. Наверное, я не знаю. Вкусно? Сливки точно. Да. Полине принесли. Я картошки со сливками ем. Полине принесли. Маше принесли. А мне нет. Да, Василий не принесли. А я смотрю, что мне можно. Вот именно, вот она что-то еще смотрит. Да. Вместо этого. У меня по кафе чипсы, блин, молодцы. Да. И вот, я уже, скорее всего, не буду больше снимать в кафешке. Но потом я вечером обязательно покажу, что мне девочки подарили. Что мне Маша подарила? Импровизация от бармена. Ну, давай. Ну, короче. Можешь сказать, у меня самый лучший день рождения? Да. Да. Это лучшая вечеринка. Это не вечеринка, мы просто пришли же. Да. Я только что посмотрела, что запрещается. Я вот говорила, что я фотографии выложу в Инстаграме. Ну все, так да, что все, до встречи дома. Мы с собой. Встреча дома. Все, мы уже поели, вот, мы уже собираемся. Мы уже оплатили, но нам еще должны принести сдачу. Идет ли сдача? Сдача идет. Все. Так. Это не счет, это сдача. Пять. Да нормально все. Вот все. Это все ставим. В кафе очень вкусно. Все вкусно. Спасибо вам за гостеприимство. Да, очень спасибо, вообще классно. Так, люди, кто будешь пробовать дома. Тут же так. Зачем? Пожалуйста.
Ну вот, короче, все окей, все нормально. Кафе там, это говорится в рецензии, что 4 звезды с половиной. Я бы вообще все 100 звезд. Я 100 звезд бы поставила. Ну, только у меня живот болит. Я что-то много заказала. Да? Угу. Вот. Ведь вот. Я сегодня... Это наши подарочки. Да. Наши. Наши. И оператора тоже. Я тут. Да. Да, это все, это все Настя люди... будет пробовать на видео. Да. Спрайт мой, дайте. Да. Ты будешь пробовать на видео? Да, я буду пробовать на видео. Кстати, меня тоже. Ребята, кстати, если что, девочки, наверное, ко мне придут праздновать. Но если человек не видит, не видит, то что? Если девочки придут, как? Хочешь, я тебе могу. И осталось только у мамы спросить. Так, блин, о, все снимается. Ну все, Паши. Да, я. Все, давайте, шлите. Ледянка висит. Ледянка, классно. Люди, там Микки Маус. Смотрите. У нас город и Микки Маус. Экологии. Ну-ка, давайте. Да, пошли, ребята, пошлите. Маш, идешь? Быстро Микки Маус заснимем. Надо позвонить. А давайте где-нибудь в парке это будем пробовать или что? Нет, давайте потом, я хочу Микки Маус фоткать. Если тебе мама разрешит, чтобы мы к тебе шли, то там. Кстати, ребята, это влог. Да, давайте с Микки Маусом сфоткаемся, попробуем. Только он какой-то жуткий, странный. Нормально. Ребята, первый раз вижу, чтобы у нас какой-то человек в костюме Микки Мауса ходил по нашему... Интересно, что у него Микки Маус? Мы Микки Маус. А в Питере был большой жук. И обратно? Да. Офигеть. Нет, ну, нам еще надо за торт не сходить. Нет, спасибо. Не знаю, куда мы сходим. Нам еще вниз надо за торт. Я такой, жду на чай. Вот идем, идем. Через дорогу проходим. Цели пакетик. И там было написано. Подарочки. Ну как они у меня, моё. Спрайтик. Эй, Микки. Так, ребята, я сейчас переключу на другую камеру. Лучше больше. Идем, с Микки Маусом сфоткались. Вот он идет, за ним парни идут. Ну, скорее всего, не видно. Это на самом деле Аня Рожнёва из нашей школы. Вот. Тихо, никому не говори. Да, это скрытая тайна. Я поставлю музыку на этот момент. Ну, короче, день рождения просто самый лучший день рождения. Я никогда просто с ребятами, одноклассниками, не, как, можно сказать, это не праздновала. Вот, держи оператор. Будешь. Я всегда оператор. Вот этот человек у меня раньше снимал два ролика. Эй, человек! Первый. Человек! Он не хочет показываться. Не хочешь. Здрасте. Вот, он оператор у меня в двух видео. Так, ну-ка, покажи. Он тебе кто покажет. Кто? Обязательно. Вот, это Маша. Да. И сзади такая Василина моя идет. Она моя двоюродная сестренка. Здрасте. А это мое. Ну-ка, гони, мое, маны. Маны, маны. Вы когда-нибудь пробовали чипсы со вкусом перца и морской соли? А мы попробуем. Я морскую соль пробовала. Я тоже? И перец. И с жареным луком. Вот так. Ой, фу, это гадость. Это реально гадость. Кстати, ребята, у нас очень большая жара просто. Это просто климат. Конец лета, жара. Да вы издеваетесь. Да. Я думаю, что у нас в сентябре будет жара. Да, кстати, я... В сентябре дождь. Да. Да, 1 сентября будет минус дождь. Минус 35 градусов. Может, не утром будет? Не, ну будет дождь с утра. Да. Здравствуйте. Да. Давайте это... А завтра, если будет такая же погода, я на Голубое озеро попаду. Блин, я на походу просто округляюсь. Кстати, я буду снимать одно видео. Простите. А, кстати, ты будешь приглашать меня на роль оператора? Позвязи. Ладно. Кстати, ребята, я, скорее всего, завтра, если будет такая же дела, я сниму два видео. Пожалуйста, это кто в костюме был? Это... Кто это? Мы не знаем. А зачем? Нет, скажите, пожалуйста, кто это был? Это нет, из первой школы там. Анька, что ли? Да, это Аня Рожнёва. Зачем? Да просто... Не понял меня. Подуходит девушка, меня знает, а я не могу знать, кто такая. Просто один намек с первой школы. Она мне сказала, Васька узнала меня. Я такая узнала. Да. Я сначала тоже думаю, она замалывалась. Я ее по голосу знаю. Вы в видео попадете. Я
Поздоровайтесь! Просто закон. Просто идеально. Но... Ну чё, давай, чё? А, позвони маме, спроси, можно ли ему к тебе. Где мой телефон? Да, пока. И, ребята, я уже дома. Мы всей компанией у меня уже дома. Наверное, плохо видно, вон. Сидят за моим компьютером. Ну-ка, все ушли. Витик! Дай шарик, дай шарик, дай шарик, дай шарик, дай шарик. Шарик купили мы, короче. Вот у Дипа дядя. Тортик. Да. Мы сейчас, Тортик, мы сейчас это будем, скорее всего, видео снимать. Если у нас четвертый человек согласится, соглашаешься? Да? Yeah. И вот. Мы, короче, сейчас будем снимать. Простите, то, что мне плохо видно, просто освещения нету. Попробуйте отгадать. Это типа челлендж. Попробуйте да. отгадать, типа. Что это челлендж. Типа. Это челлендж. Это челлендж и... Молчать больше, все, ничего не говорить. Его многие ненавидят. Да, ну и вот, кстати, это был влог. Ну чё, всё, нет, не-не-не, не всё, не всё. Я ещё буду снимать, как мы будем всё есть. Мы, кстати, арбузик купили. Не знаю, слышали вам, вон, человек снимает. Ну, короче, ссылку на свой канал, кстати, оставлю в описании. Ну и вот, подождите мигом, и мы будем есть. Я буду загадывать желание. Решали. Да. Вот тоже. Давайте обнимите с подписчиками. Обнимите. Типа. Ну что, давай я буду снимать. А ты поешь. Мама? Мама? Пошли, маму покажем. Мама стесняется, говорит, что, что типа некрасивая, а мама очень красивая. На 1000 подписчиков она покажет свою маму. Да, 1000 подписчиков. И 1000 подписчиков я скажу, кого люблю. А я знаю. Нет, на 10 тысяч, на 10 тысяч. Я знаю. Кого? А, не, скажи, не у тебя. Не у тебя знаю. Ну кого? Ты на Валентинку писала. Не, я уже его не люблю. Блин, а кого тогда? А кого ты любишь? Он тоже на эту же букву. Скажи, 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 скажи. Ты что, издеваешься? Да, я издеваюсь. Моя подруга тоже его любит. Кек. Это ты мне рассказывала, что ли? Ну-ка скажи. Да я сама. Так, люди, это день рождения или переговоры? Переговоры. Так, я не знаю, как он выглядит, но я его знаю. Так, люди, я сейчас скажу. Я, скорее всего, это выложу. Сегодня очень много видео выйдет на YouTube. Так, сейчас, как-то надо будет так снимать. Блин, как тортик. Так, люди, сейчас мы решим. Сейчас, подождите секунду. И пам. Мы почти на полную катушку включили музыку. Я на катушку включу. А не надо! Не надо, у нас балкон открыт! Это тише. Это чуть потише. Если вы слышите, я, кстати, очень спасибо вот вам за 10 подписчиков. Как будто это мелочь, но для меня это... Ну почему не 11? Ну почему? Потому что у нас только 11 дети. Завтра, блин, будет 11. Еще тортик придется покупать. Ну свечи-то у нас есть. День. Ребята, давайте, если вы слышите, зажигайте с нами. Ну-ка, все танцуем, Залина.
Я танцую. Так вы как где? Так все, давайте, ребята, я целый месяц есть не буду. Ребята, едим. Едим. Правила этикета. Ладно, ребята, я уже продолжу снимать как. Когда мы уже все съедим, все. Подождите пока. Подождите секунду. Айо, я уже сказала. Все, мы продолжаем как, все. Начинаем есть. Торпи. Айо. Привет. Наши мисс леди. Я рассчитывала всего лишь на два видео. А, выйдет куча. Торчик, торчик, торчик. Так, люди, я сейчас приду. Здесь не такого огромного празднования, ну да ладно. С чем тортик? С Рафаэлкой. Мы очень вкусные. Ну что, это джем? Сейчас попробую. Коржи. Есть. Бисквит. Не знаю. Попробуй. Это сливки. Это сливки. Оранжевые сливки. Нет, это коржи, а под ними сливки и сгущенка. Вкусно. А еще Рафаэлка сверху. Надо из арбуза лайк сделать. Люди, я пришла, все, вот чайк. Смотрите, я его держу. Что это? Называется держать шарик. Фарик на ладошке. На дне рождения надо соблюдать. Смотрите. На дне рождения надо соблюдать правила этикета. Сейчас сюда надо. Да. Здесь будет фоточка Микки. Да, здесь. Не, здесь будет, а в. Как его? В начале видео обложка, да, обложка будет. И видео. Вот здесь будет. Наверное. Нет, не будет. А, здесь будет. Наверное. На обложке, да, видео будет. Я подумаю, да. Скорее всего, на обложке видео. На всех обложках видео будет Микки Маус. Ну это не точно. Да. Ну это не точно. Happy birthday to me, happy birthday, Mickey. Маус, Маус, я Настя. А что ты сама себе-то поешь? Не на. Ты поешь о себе в третьем лице. Что-то не так. Ребята, я вот хочу... И 6 кусочков, а 7. Люди, я хочу вам отдать... Вот это. Почему 7 кусочков? 6. Люди, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я половину этого торта хочу отдать. Так, как? Хочу вам. Отдать вам, да, вот. Просто приходите ко мне домой, вот эти 3 кусочка, здесь мы сидим, но все равно просто адрес это. Адрес скажи. Запомните! Это на 10 подписчиков. Да, это торт просто вам. А еще на 10 подписчиков. Да, это просто это вам. Юбилейка. Вам. Это торт просто для вас. Девочки, есть не будет, только вы следите. Я обещаю. Так. Горячий, может, воды холодной? Это у нас дополнение. О, ребята, скажите привет. Привет! Привет! Днём рождения! Днём рождения! Да. Кстати, ребята, у меня 10 подписчиков. С 10 подписчиками. Да, у меня 10 подписчиков. Уже? Да. Один годик. 11. 11 годиков. Так, надо познакомиться. Это надо. Надо. Привет. Это Аня. Это Аня с канала. Это главная любительница Харли Квинн. Аня с канала Ани Рэй. Я ссылку на ее канал ставлю в описании. Это Вика. Это Викина сестра. Это ихняя сестра. Двоюродная. Даша. Даша. Аня танцует. Есть такая у нас. Аня танцует. А это стол. А это спрайт. Да, вот. Кстати, смотрите, вот я это не понял, показывала или нет там. Показывала ты. Да, я показывала. Смотрите, это я вот, знаете, показывала, что мне подарили видео. Там, книга «Уничтожь меня». Короче, у нас здесь дискотека, сейчас мы улицу. Что делаешь?
Маша у нас самая, как старшая из нас всех. Ей скучно, да. Смотрите, у нас. Классно! Такая у нас площадочка там. Мам! Ничего себе, как все на крыше. Ня-ня. Смотрите, подтверждение, то, что у нее здесь подписчики. Да, вот. Уже 11. Уже 11. Спасибо вам за... Смотрите, уже 11 подписчиков. Да, мне как 11 лет. Спасибо вам большое за это. Я очень вас люблю. Так, кто? Я в кадр попала. Подержи. Я вас очень вот люблю. Очень люблю. Всем большое. 11 лет, 11 подписчиков. Я вас очень люблю. Спасибо вам большое. Меня не видно. Ладно. Что, я заканчиваю? Всем, с вами была Настя, Ася, Кис, мама. Всем пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока-пока. Вам понравилось? Я сняла челлендж. Один, я очень устала. Ну, все, всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока-пока. Ребята, попрощайтесь. Пока-пока. Оператор. Пока-пока. Пока.